Саровская команда КВН НИИ родилась в начале этого года, поэтому фестиваль открытой лиги КВН в Дзержинске стал для ребят первым. Но это не помешало участникам вернуться с победой с юбилейного полуфинала лиги. По итогам двух конкурсов КВНщики набрали максимальное количество баллов, заняли первое место и вышли в финал. Соперники все серьезные, лига тоже хороший уровень. Есть команды, которые там играют уже и в центральных лигах, которые нацелены и на Сочи, и на телевизионные какие-то лиги. Каждый раз на каждую игру обязательно, конечно, это новая программа. Каждая игра – это разные конкурсы. В принципе, это мы пока ждем, когда нам скажут, какие конкурсы будут в финале, будем готовиться. И мы, в принципе, уже начали немножечко готовиться. Обязательно все новое. Все участники команды работают в ВНИЭФ, поэтому и в своих номерах они представляют зрителям образ ученых – смешных, неуклюжих, странных. Отсюда и название команды НИИ – научно-исследовательский институт. А концепция у саровских КВНщиков – статичное выступление. Мы стоим в линейке, все вот вчетвером на сцене. У нас больше текстового юмора. Конечно, мы его разбавляем какими-то там привычными для зрителя, да, миниатюрами, какими-то номерами. Но в основном мы стараемся делать это все в одной линейке, стоя, с монотонным голосом. Вот я говорю, немножечко странные ученые. Поэтому эта странность и цепляет, в принципе, зрителям. Финал открытой лиги КВН пройдет 5 декабря в Дзержинске. Команда НИИ поборется за главный приз – поездку в Сочи на фестиваль команд КВН. Участники благодарят за поддержку профсоюзную организацию и молодежную комиссию при правкоме РФЯЦ ВНИЭФ. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.